Национальная федерация баскетбола Казахстана в настоящее время реализует проект совместный с Национальной баскетбольной ассоциацией США по организации школьной лиги Junior NBA. Суть проекта такова, что 30 школ, 15 в Алматы, 15 в Астане, будут играть как команда NBA. То есть будут разделены на 6 конференций, по 5 в каждой. То есть 15 команд. Восточная конференция — это будет Астана, и 15 команд Западная конференция — Алматы. Точно так же турнир будет, кроме мальчиков, будут играть и девочки. То есть мальчики и девочки до 13 лет, 30 команд в Алмате, 30 команд в Астане. Победители Западной конференции среди мальчиков и девочек в Алматы приезжают в Астану на финал. Система проведения соревнований идентична Национальной баскетбольной ассоциации, то есть будет регулярный сезон, плей-офф 8 команд и финал конференции. 6 ноября по 12 ноября к нам приезжают бывшие игроки NBA, это Владимир Радманович, бывший игрок Лейкерс, Golden State, и девушка из WNBA, дважды чемпионка, Тадж Макуильямс Франклин. Они будут по 2 дня в Алматы, 2 дня в Атырау и 2 дня в Астане. Будут проводить мастер-классы для детей, мастер-классы для студентов, совместные тренировки, возможно, с профессионалами. В Астане и в Алматы будет проходить процедура драфта. То есть каждой из участвующих школ, названием команд NBA, будет распределяться между школами Алматы и Астаны. Основным упором в развитии баскетбола в стране федерация сейчас определила развитие детско-юношеского баскетбола, то есть это развитие студенческого баскетбола и школьного. Соответственно, это тот фундамент, на котором мы планируем развить весь баскетбол в целом в Казахстане. То есть начиная со школьной скамьи, чтобы дети играли в баскетбол, чтобы им это нравилось, чтобы они видели в этом проекте конкретном Junior NBA, они видели цель играть как в Америке, да, то есть играть в лучшей лиге, в лучшей баскетбольной лиге и, соответственно, развиваться.